Итак, дорогие друзья, всем большой привет, и мы продолжаем проходить Шерлок Холмс «Преступление и наказание». Итак, что нам здесь делать надо? Открыть вот эту хрень, да, что можно? Погнали! Ватсон, я нужна ваша помощь. Ну, типа... Здрасте. Так, я, кстати, не обратил внимания, а чё он так открыл? Так, это выход. Вот, но выход нам не надо. Нам надо достать до утра. Короче, так. Давайте попробуем открыть. Сейчас вот этот. А, прикиньте, вот там вот открывается. Привет, Пол. Посмотри, ты тут... Я тут это пришел к тебе. Шутки оставим в сторону. Я же друзья, другие. Пустите его тут.
хлопнул дверь. Бля, это будет долго. Что эти три рычага делают вообще? Вот, ну швар. А, о! Мы эти рычаги еще не дергаем. Мы эти рычаги еще не дергаем. О! Держи, 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 держи. Держите, держи. А как мы обратно пойдем? Подожди. Что это что делает? Угу. Так, отлично, 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 отлично. Получается. Вот это фигня будет. Все, сейчас мы идем туда. И получается мы открываем сейчас вот эту фигню. Ладно. Давай. Так, отлично. Здесь мы все отправили. Здесь мы отправили. Так. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the frigid area. The murderer left this lamp. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson? Да, надо этого нам сначала выбрать. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Мы так Дмитрием выполнили. Теперь наша задача. Вот это вот.
Это дверь, это выход, который как открывает. Этот рычаг что делает? Ага. Это пути. Блин, вообще интересно, такая заголовка прямо еще. Если это с другой стороны не будет. Еще одного рычага. Ярлу вообще. Да, да, отлично, отлично, отлично. Вот он. Все, эти ворота открывают вот эти, и мы выходим с нами. Нормально. Вообще хорошая головочка, вот прям понравилось. Мне прям понравилось, серьезно. Хорошая головоломка. Да, выходим. Мне прям понравилось, серьезно. Минут 15 где-то мы говорили. Может меньше. Но мне понравилось, реально. То есть вот как, по сути, должно расследование происходить. Я помню, знаете, как проходил ранее, когда первый раз играл, я, значит, вот просто вот проходил все эти улики, и типа потом я голова не соображала тупо, что делать, как это все пройти. Я просто, получается, вышел на одну из контролок и просто закрыл это дело нафиг, я помню. Блин, мне понравилась эта головоломка, серьезно. Так, писем тут нет. Так. Короче, теперь наша задача анализы. Анализы, ребята. Поехали. Собрать кубики вместе. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. Я, наверное, это скипну, серьезно. Потому что я не знаю, как это все, типа, крутить. Да? Не, попробую, конечно, я решить, но... Чё я просто сейчас улечу нафиг с орбиты? Можно я скипну, пожалуйста, я не хочу её решать. It is a mold, это форма, and it is ready for casting. Хорошо, что вот... The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Thank you.
Это на риф куда надо, да? Now let us see what we have here. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Давай он его нож нашли. Который, скорее всего, останется сувениром после этого. Останется сувениром после этого расследования из Митриума. Так, что, погнали. Внутри печи. Золотой нож, не? Нет. Это было бы странно. Внутри печи. Нет, подожди. Вот тут надо очень хорошенько подумать. Так. Рассечная кровь. Странная рана. Вода от пара. Присутствие воды объясняет влажные серые от пара. Присутствие воды в крови обычно невелика. Она как сторона с способом убийства. Далее идем. Так. Форма для слепков. Золотой нож. Правда войдет? Ё-моё. Нет. Так, ладно, эффективное прибытие. Ладно, сейчас уберу. Лекарство Гаро, шампанское. Шампанское, лед и соль, нет? Нет. Жалоба Питкина. Лекарство Гаро. Нет. Форма для слепков. Прибытие сарарони ротава в Турлионеле. Топ люди. Продолжит раковки в бане. Золотой нож, не? Да ну это бред, нет. Нет, я же тебе сказал, что это бред. Украденные записи. А могу, конечно, все перетыкать, но так неинтересно. Шампанское. Внутри печи, ну это бред. Да. Форму для слепков, лекарство Гаро. Ну как это может быть? Ну как? Золотая нож, странная рана, давай-ка. Форма для слепков, вот что-то сложно тут у меня идет. Форма для слепков. Лед и соль давай. Нет. Блин, это сложно. Странная рана. Ну-ка, подожди. Или мы еще что-то можем соединить? Да, мы еще что-то можем соединить, но что я не понял. Так, золотой нож. Да не, это бред. Жалоба Питкина. Форма для слепков. Но это вообще бред. Это нелогично. Короче, лед и соль. Золотой нож. Нет. Лед и соль внутри печи. Тоже нет.
Это только шампанское, нет? Да, я тоже делал. Жалко Питкина. Нет. Чё, блин, ну, эффективное прибытие. Только странная рана. Нет. Я сейчас психану и все просто перетыкаю, потому что я не понимаю, что тут может быть связано. Внутри печи украденные записи. Нет. Эффективное прибытие. Жалоба Питкина. Странная рана. Лекарство Гару. Нет. Вот это все не подходит. Шампанское. Жалоба Питкина. Но это тоже не будет. Украденная запись с лекарством Гару тоже не будет. Что? Завтра у нас все украденные записи? Тайное сыроводник было важное укрытие, информационная бомба. Он всеми силами пытался убирать пресеченных пути, чтобы в итоге пришлось и славно лишь себе. Реально, как это может быть связано? Типа... Золотой нож и... Это записка. Я что-то не понял. Жалоба Питкина. Тоже какой бат прибрался родни. Эффективное прибытие. Вот, это хоть как-то связано. А вот с этим я не понял вообще. Питкину не нравилось откладывать открытие римской бани за сырородня. Он начал думать по этому поводу. Питкин надеялся получить часть независимости и честно до находок сырородни. Его работа делала бани еще более популярными. Дальше идем. Формула для слепков. Да не. Шампанское. Лед и соль. Да блин, опять же лед и соль идет. Ну почему? Лед и соль — странная рана. Нет. Внутри печи тоже. А это все, тут все. Нет, это еще что-то может быть. Странная рана. Ну как это может быть связано? Ну я не понимаю. Форма применяла для изготовления орудия убийства. Проверим, можно ли делать из найденных материалов серебряный нож. Я его уже делал. Это что ли? Ой, господи, эти улики. Let us try to create an object from silver by using the mold. Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Что это такое?
What? Yeah, let's put a bus to that. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Pyramids of Giza in Egypt. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. Ice cream. Salt. Ice. Another archaeologist, most probably. Я не понимаю, чья еще не смотрел сегодня. Вот и хочется это найти, но я не могу это найти. А тут пирамиды. Sir Rodney. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Приехали. Вот, еще что-то. Серебряный нож. Стеклянный негатив. Нет, конечно же нет. Нет. И, конечно, это же нет. Внутри печи. Стеклянный негатив. Вообще вот будет. Но у меня тут просто голова не соображает, где есть к чем сферовать. Шампанское. Как может быть шампанское, черное серебряное ножом, я не понимаю. Со стеклянным негативом. Окей. Нет, сейчас пугаром тоже нет. У меня просто тут мозг отключен. Ну как этому? Что это сделал? Цельдо, кратер экспериментировал с римским методом изготовления льда. Пофиг вообще, ладно, пофиг.
Рэй, можно ли делать из найденного материала ледяной нож? Чтобы мы уже сделали его. Или нет? Вы что, издеваетесь? Так. Ладно, возвращаемся обратно. Так. Возвращаемся обратно, короче. Мы просто мозг уже с этими уликами башки не бывает. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ой-ой-ой, надо быстрее. А пока нет. Ладно, погнали. Oh, look! The temperature... Да, но надо все быстро делать. A block of ice. I have only to use my ice pick. Поставь. Видите, вот... We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Я понял, короче, это тема. А, надо сначала налить воду. Но это элементарно. Ice, salt, before... Смотри. Look. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Теперь им надо расспрашивать, похоже. Да. Погнали, ребята. Можем связать? Посмотрим. Да, можем уже одного из подозреваемых. Ледяной нож, серебряный нож. Ну да. Как? Ну, ледяной нож и шампанское. Как это? Ладно.
Было изготовлено ледяное оружие, которое принесли в ведерке со шампанским. У меня тут просто мозг отключается. Убийца принес оружие в ведре со шампанским. После нанесения раны нож растаял, и это объясняет наличие воды в луже крови. Серебряный нож, как раз по гарму. Нет, ну это конечно, да. Серебряный нож, это пиши. Пользовал второе серебряное оружие, которое затем расплавились в печи. И чё? Приказ по гару остаётся. А тут надо уже... расспросить только. Погнали в Скотланд-Ярд. Приехали. Давай поговорим. Ребята, мы подозреваем. Please escort this suspect for interrogation. Пожалуйста, проводите этого подозреваемого для допроса. Ой. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped... it's a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Please escort this suspect for interrogation. Реально, мне кажется, что он его и убил. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy, oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Ну не, мне кажется, что это мистер Блинкхорн его грохнул. Вот, поле баса. Гэрро мучился из-за веры в проклятие Митры. Он тронул сломал, что только загубилось... только загубилось из-за принимаемых им лекарств. Я, кстати, к этому склоняюсь. У Гэрро меланхолия. Он жертву лекарств. Провоцированного галлюцинации и непредсказуемое поведение. Нет, 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 нет. Страдания Гарро были слишком велики, поэтому из-за лёгкости сырородни Гарро выжил в страхе из-за проклятия Митры, что превратилось в паранойю. Гарро — ледяной нож.
Не-н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 е-
верят, что это Бринкхар делал. По-любому он делал. Но это бред, это бред. Не верю я вообще не. Вода от пара. Хорошо, давайте так сделаем. Видите, пользуемся у нас дополненной паром печи в комнате. Затем бросил его в печь, чтобы расплавить. И так появился была пополнена кусок серебра. Гэрл опять-таки, видите? Но я не согласен с этим. Уговор у моего хворя, а жертва декарт. Сопрошенными галлюцинации и непредсказуемое поведение. И в состоянии худшего вследствие шока смерти Харродни. Я это не прочитал. Видите как? То есть угар у меланхолии, он жертва лекарств, прошедшая галлюцинация и непредсказуемое поведение. Его состояние ухудшилось вследствие шока от смерти Харродни. Вот. Именно к этому я склоняюсь больше всего версии. Интересно, Бринкхар насчитай. Бринкхар сохранил работу благодаря приезду Харродни. Но ценой больше моральных потерь, окей. И соответственно... Бринкхар был точно специалистом, которому сообщили, что это в стороне от великого открытия. Он потерял главный шанс в своей жизни. Да. Так, он убил Харродни, чтобы установить свою власть. Так, ну чё? Я так и думал. Он убил Харродни, чтобы установить свою власть. Смерть принесла ему свою... принесла бы ему финансовую выгоду и позволила бы стать сетевым в своей области. Он пользовался серебряной копией золотого ножа метра. Бринкхар знал о намерении Бринкрифа и войти в славу открытия золотого ножа. Он придумал себе три плана и убийство Бринкрифа заслуживали казни. Он посвятил жизнь поиску золотого ножа, но Бринкриф решил отобрать славу. Если бы у него была возможность объявить свое открытие, он бы не убил Бринкрифа. Мне пришла бы ему финансовую выгоду, и позволил бы стать этим в своей области. Он использовал серебряную накопию на Митре. Тут очень сложный выбор, конечно. Он посвятил жизнь поиску золотого ножа, но Бэнк пришел отобрать славу. Если бы у него была возможность объявить о своем открытии, но он бы не убил Майнкрифта. Мне кажется, что его лучше осудить. Сори. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie! It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You, the consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. It... But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye.
Я думаю, это правильное решение. Ну-ка. Нет? А. Интересно. А как? Так. Окей, это не Блинкхард. Может быть. Скорее всего, Блинкхард. Разница состояния тяжелого нервного расстройства. Единственный способ облегчить страдания было ритуальное убийство. А позже серебряная копия головного золотого ножа Митры. Оправдать! Его надо отправить на всю больницу до лечения. Он не сможет отвечать за преступление, поскольку проходился под сильным воздействием для боя. Его можно вылечить. Да. Благо, тут можно выбирать другие концовки. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. What is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. Okay. Опять. А кто? Кто? Запутание. Окей. Дает. А почему я именно этот вариант выбрал? Даже будучи владельцем бани, Питкин потерял бы их в большом объявлении о большом открытии. Но оно превратило бы бани для территории потерянных раскопок, и они потеряли бы коммунистический статус, который бы дал Питкин. Окей. Ради, чтобы дойти в открытие. Единственный подключитель бани отвечает без раскопок. Он хотел вести свой бизнес и поймал серебряную копию ножа Митры. Искать прямо движение Сэра Родни, и потом привели ему план убить его. Если бы они добили нас, он считал, что загадочный убит, еще публику. Каким бы законченный закон в один бани, а Сэра Родни и бани решил вот это вот право.
тут очень сложно. Скорее всего, да. Продать его. Why did you bring me here? I saw you released the others. Strictly between you and me, Sir Gregory, I admit that you played a masterstroke with your ghost weapon. I know that you killed Sir Rodney Bentcliffe. What? Nonsense! How dare you? That is not to say I support the crime. However, you are safe with me. You? I don't understand. The police shall hear my version of the facts, the one that shall reveal Sir Rodney's true nature. He was a genuine adversary, was he not, Sir Gregory? He was corrupt. Well, he certainly was. But I never did such a... Would you rather I change my mind? I trust that you will preserve the tranquility of these baths in the future, Sir Gregory. I don't know what to say, Mr. Holmes. Lestrade, if I might have a word with you, please. Короче. Что? Я не понимаю. Что не так? Я все это время надеюсь, что вы как блин хорош. Потом оказывается, что это не он. Потом того, потом всего, потом это. Короче, давайте закончим на этой серии и продолжим следующий, потому что я не знаю. Всех подобрал и ни одной заключения неверное. Что это за бред вообще? Ладно, все. Спасибо вам всем. Пока.